Приветствуем вас, говорящих от имени человечества. Мы готовы отказаться от принципов невмешательства. Скажу вам по секрету, за вашей работой наблюдаю не только я. Насколько я понимаю, это может быть проверка. Как мы будем вести себя в этой ситуации? Если ты можешь спасти мир, любовь моя, делай это и не жалей ни о чем. Все человечество — это просто одна обманутая жена. Ты сошел с ума! Я не хочу это слышать! Мы не знаем, что они могут. Я даже не представляю. Они открыли вам свои тайны. Вы можете спасти нас. Если Бог всемогущий, то может ли он создать камень, который сам не сможет поднять?